За что я тебя люблю, Вася? За то, что ты бездонная бочка. С тобой такой кайф выпивать. Можешь зайти в морду, дам. Давай. Давай я тебе. Давай. Давай. Ништяк. О, Мишка! Здорово! Сколько лет, сколько зим? Сколько не видались с тобой? А? Когда последний раз видались-то? Позавчера? Да ты тогда ничего не знаешь. А вчерашка Иван с Петром убили друг друга. Да, до крови. Это сейчас вам скажу. Это что же? Значит, получилось как? Петро сидел дома, телевизор смотрел. А, сидел, долго смотрел, часа три. Нету ничего. То бывало ряд показывал. А тут и ряди нету, одни эти крапины. Ну, а я, может, неинтересно крапины смотрел. Он Иван и позвал. Иван пришел сразу. Ну, под хмельком, конечно, чё же он дурак, что ли? Петро-то тоже под хмельком был. Чё же он дурнее Ивана, что ли? Ну, да пьяные были оба в стельку, Господи. И всё же, Иван было дело, починил ему телевизор. Да. Заработало. Это что же, Ванька эту вилку в розетку воткнул, он и заработал. Пошла рябь. Этого голоса нету, а рябь хорошая, крупная идет. И что же, Иван-то первый заметил. И Петр первый. Они, значит, что, пока выпивали, рябь здесь. Как только они закусывают, нет ее, нельзя. Ну и что же, Иван-то серчал что-то. Возьми, да ударь кулаком по телевизору. А тот возьми, да взорвися. Вот и все. Вот тут у них драка-то и вышла. И вот как ты считаешь, кто виноватый? А? Я считаю, Петро не виноватый. Ну, может, в телевизорах не понимает ничего. Только с какой стороны на него смотреть и все. А Ванька что приперся, у него своего телевизора сроду не было. Ремонтер хренов. Да что он всю жизнь такой? Вот что не знает, за все хватается. Натура у него такая. Ой, это сколько годов прошло, помню. Взялся он это, у бабы своей роды принимать. Стал с ножом у кровати, а пуповину резать собрался. Ну, твое это дело, учился ты что ли? Что ты лезешь, дурак? Я глаза открыл, и, Господи, мужик у горла с ножом стоит. И все плохо с ней. Ну, родила тут же. Троих, ага. Ну, а зачем, дурак, лез с ножом-то? Так бы один получился. Сам себе проблемы создает. Всю жизнь такой. Ой, с другой стороны, если сказать, а у нас же ведь если каждого судить, языка не хватит. Что, например, с Тимохи взять? В человеке стинг сработал. Виноват он, что ли? Сидел на крыше, трубу правил, смотрит, у соседа дастница загорает, лопушком прикрылся и лежит. Ну, в Тимохе стинг сработал, пополз по крыше, как змей. А куда ты ползешь? Лопуха не видал, что ли? Полз, а крыша-то кончилась. Это ж тебе не дорога в Москву. Ну что ты, полгода потом на баб не глядел. Там же что, старуха-то его изладилась внука купать, кипятку налила целую корыть, ушла за холодный, он приполз сверху туда. Ой, голова, руки, слава богу, ничего, ноги тоже, остальное все вкрутую. Так что я считаю, Ванька тоже не виноватый. И Петро не виноватый. И всю жизнь на Руси у нас так. Никто не виноват, а морды у всех битые. Что-то не помню, чтобы еще у кого так же. Только у нас что-то.